Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в преддверии нашей будущей встречи на Дне Успеха. Со мной присутствует, кстати, Михаил Спектрский. Вот, если добрый будут вопросы, день. То с удовольствием можно его подключить к нашему вебинару. И новость начну со следующего события. Знаете, что есть ассоциация прямых продаж, и в каждой стране, в общем-то, офис компании Forever определяет сам политику. То есть является ли он членом ассоциации, ассоциация бывает мировая, бывает европейская ассоциация. Мы в этом году приняли решение, подали заявку в ассоциацию прямых продаж, ОПП она сокращенно называется. Нас приняли члены ассоциации, Украинской ассоциации прямых продаж. И с чем это связано, я объясню. Дело в том, что мы проанализировали и приняли решение, что здесь сейчас в Украине это является конкурентным преимуществом, особенно при наличии многих компаний, которые не всегда цивилизованно, качественно предоставляют свои услуги. Иногда это прикрывает свою деятельность под видом финансовых пирамид. Иногда они пытаются продать некачественный товар через интернет, очень часто они не имеют офиса. И для того, чтобы избежать вот подобных вещей, есть ассоциация прямых продаж. Будучи членом ассоциации прямых продаж, мы заявляем всему сообществу в Украине о том, что компания ведет честную игру на рынке, что она предоставляет высочайшего качества товар, что она защищает потребителей значительно больше, чем даже законодательство Украины, и мы берем на себя такие обязательства, это касается и качественного обслуживания, сервиса, своевременности и замены некачественного товара. Все эти моменты, они прописаны в уставе Украинской ассоциации прямых продаж, и рассмотрели наши документы, юристы очень долго смотрели, изучали нас, и приняли решение, что мы являемся, полностью отвечаем всем требованиям Украинской ассоциации прямых продаж. В общем-то, в этом мы не сомневались. И таким образом, с этого года, по-моему, там официально с какого-то числа, или с января, или с начала февраля, мы являемся членом Украинской ассоциации прямых продаж. Поэтому я вас поздравляю с этим событием. И вы можете смело уверять всех потребителей, новых людей, что поскольку мы являемся членом ассоциации прямых продаж, то наши потребители, либо наши участники нашего бизнеса, либо наши предприниматели Forever, они все защищены законами или правилами ассоциации прямых продаж, так же, как украинскими законами. Главное событие, которое состоится, это 20 числа, через 2 дня, в субботу, День Успеха. Я надеюсь, что мы все там встретимся, и там будет много интересного. Мы посмотрим ретроспективно, что же хорошего было у нас за год и какие планы у нас в следующем году. И, конечно же, хочу сразу проинформировать, кто не знает, что на нашем Дне Успеха будет присутствовать вице-президент компании Forever Living Products по глобальным операциям Гэри Шриф. Он был моим боссом короткое время, по-моему, в течение года, и это замечательный человек, как человек и замечательный профессионал. Поэтому мы услышим много интересного, и лидеры смогут пообщаться уже более плотно, но все состоится в субботу, поэтому не пропустите и ждем вас на нашем Дне Успеха. Традиционно, так как мы проводили до сих пор, два раза в год мы проводим специальный тренинг для новых супервайзеров, которые квалифицируются. И в этот раз состоится в таком уникальном месте под Киевом. Знаете, вот вдруг как будто вас вырвали из цивилизации, и вы попали в такую изюминку, как бы. Что-то мне очень напоминало Западную Украину, когда попадаешь в пансионат «Джерело», если вы видите на картинке. Там именно будет два дня проходить наш тренинг для супервайзеров, и там же будет проходить лидерский совет, где мы будем общаться с нашими лидерами, оговаривать все основные условия и планы на следующий год. Можно будет задать вопросы Гэри Шриву, и у нас будет такое неформальное общение, это будет очень полезно для нас, для бизнеса, и у нас будет такая серьезная работа на эти выходные. Так что
все, кто квалифицировался, сейчас, наверное, там будет список, не будет, да? Ну, значит, все, кто знает, кто квалифицировался, мы ожидаем на наше мероприятие. Все списки есть на сайте, можно свериться. Все списки, если вы участвуете, обязательно зайдите на сайт, проверьте, что ваша фамилия там есть. Если по каким-то причинам вдруг нет или еще что-то сбой, можно позвонить в офис и все уладить. И кроме этого, у нас будет много мероприятий. После Дня Успеха, прямо вечером, мы уезжаем на африканскую вечеринку. Это в преддверии нашего глобального ралли, который будет проходить в Африке, в ЮАР, в Йоханнесбурге. Мы хотим для наших лидеров, кто изъявил желание, то есть организовать такую зажигательную африканскую вечеринку. И она состоится как раз вот в эту субботу. Наверное, если кто-то еще не купил билет, но очень хочет, еще есть шанс, и для этого надо просто связаться, наверное, с офисом, позвонить Михаилу или Насте, и можно еще поучаствовать. Одно из важнейших событий, 24 марта нам, компании Forever Living Product Украина, исполняется 18 лет. Много, мало, с моей точки зрения, сделано очень много хорошего, и вот тут символический такой у нас есть куст, который мы поставили. Я очень счастлив, что этот мой друг живет в моем кабинете. Кто будет в офисе, обязательно посмотрите. Вот из маленького растения мы вот вырастили вот такой замечательный куст. Поэтому я им очень горжусь. Приходите, я вам покажу его. Новости такие. Наверное, вы кто-то, может, слышал, но я, возможно, повторюсь, но с этого года есть новая политика, то есть те люди, которые попадают в квалификацию глобального ралли, делают 5000 общего объема в 2016 году, они получат возможность участвовать в саммите Eagle Manager в 2017 году. Так же, как вот любой Eagle Manager, который делает квалификацию в своей стране, включается переезд, активность, тренинги и все остальные прочие поощрения. Поэтому вот такая новость. Ну и новость, которую уже мы коммуницировали, но еще раз повторюсь, потому что, наверное, в вебинаре я об этом не говорил еще. Мы расширили по многочисленным заявкам наших предпринимателей Forever. Для тех, кто хочет участвовать в украинской в квалификации на украинской ралли, хочет сделать квалификацию, чтобы вывести больше двух людей, то есть и три, и четыре человека, это можно сделать, но в этом случае у нас дополняется условие, что участники, которые квалифицируются по третьему уровню, который появляется, получают право участия на три персоны. Два из которых квалификанта, включая самого квалификанта, должны быть активными с ноября по апрель. Это важное условие, поэтому вы должны сейчас помнить, что активность – это очень важно. И условия квалификации есть на нашем сайте. Вы можете зайти на сайт и посмотреть. Четвертый уровень. Также можно квалифицироваться. В этом случае 4 человека получают право участия в данной поездке, и 3 из них, включая самого квалификанта, должны быть активными с ноября 2015 года по апрель. Ну или с момента, если это с декабря, значит, соответственно, с декабря, если человек подписался в декабре месяце. Вот такая новость. Ну что, у нас есть по-прежнему карманные календари, если вы еще не приобрели, это популярная штука, они опять появились. Сначала их раскупили, потом мы опять напечатали, поэтому они есть опять в наличии. Кто хочет, можно приобрести. И из новинок, которые, возможно, еще не все знают, есть специальный испаритель, USB-испаритель для эфирных масел компании Forever. Придается специальный адаптер, куда можно вставлять этот USB-испаритель, использовать его в автомобиле. То есть практически вы сейчас можете иметь аромат своих любимых эфирных масел, которые вам нравятся, и в офисе, если вы вставляете его в компьютерный разъем, либо в машине через специальный адаптер для прикуривателя, и вы будете везде, в общем-то,
получать благотворное влияние эфирных масел, которые у нас появились тоже в 2015 году. Есть наличие новый шейкер, то есть, пожалуйста, есть наличие новой поставки, есть шейкеры, можете обращаться. Надеюсь, что все будет нормально со спросом, мы уже решили вопрос, но если вдруг кому-то не хватит, то моментально в следующей поставке будут новые шейкеры, то есть у нас перебоя не должно быть с шейкерами уже. Это шейкер нового образца, который будет использоваться во всех странах. Это глобальный проект. Мы сделали специальный шейкер одного стандарта для всех европейских стран. И вот он перед вами. То есть мы его тестировали. Он удобный в использовании, приятный, брендированный, так что яркий, красочный. Можете его использовать. И кроме того, здесь есть еще двойное дно, куда можно положить вторую порцию либо нашего ультралайта, либо можно туда положить RG+, то есть в зависимости от того, что вы используете и в какой очередности, вы можете уже чередовать. То есть у вас есть прямо две порции. Вы можете прямо в зале, там, где вы занимаетесь спортом, можете добавить воды и использовать вот тот второй компонент и смешать его. Специальные условия для тех, кто будет у нас на Дне Успеха, мы объявляем акцию. То есть настенный календарь будет стоить вместо 55 гривен 30. И кроме этого, у нас есть, с моей точки зрения, очень качественные, уникальные ежедневники. Пожалуйста, воспользуйтесь. Осталось некоторое количество. Мы можем их реализовать, и будет специальная акция. То есть вместо 200 гривен он стоит 100 гривен. У него очень качественная обложка, у него есть тиснение Forever. Там есть наш веб-сайт изображен. То есть, действительно, это качественная вещь, когда берешь в руки, ее ощущаешь. Приятно писать, заполнять, поэтому можно делать заметки, можно вести просто дневник. Очень рекомендую. То есть, качественный ежедневник, и я думаю, что те, кто будут на Дне Успеха, смогут воспользоваться специальной акционной ценой. Вот все основные новости. Все остальное и все важное мы будем коммуницировать на Дне Успеха. День успеха начинается с 10 часов. Мы всех ждем в Доме культуры СБУ по улице Ирининская, 6. Вся информация есть на нашем сайте. Там же, где было в прошлый раз. Должно быть тепло, нормально в зале, так что можно раздеваться, можно не раздеваться. Каждый уже определяет там на месте. В общем-то, ждем всех. По расписанию. Какие есть вопросы? Я тогда подожду несколько минут для того, чтобы на них ответить. И всем большое спасибо за внимание. Миша, может, у тебя какие-то есть еще дополнения? Или... Да, небольшое. Да. Небольшое организационное объявление. Сразу после окончания Дня Успеха все участники Supervisor Plus будут собираться в холле. И мы будем ждать автобус, который отвезет нас непосредственно на саму программу. Ну, а те, кто едет на вечеринку? Да, те, кто едет на вечеринку, те... Садятся в другой автобус, да. Кто едет туда и туда, тех после вечеринки мы доставим уже непосредственно туда. Да, то есть слушайте объявление, обязательно... Угу. Обязательно вас выберут, отвезут на программу. Алексей, подскажите, а можно ли снова сделать цену на заказ пониже? Я не совсем понял вопрос, Миша, помоги мне. Это имеется в виду цена на минимальный заказ. А, была раньше акция. Понял. Смотрите. Мы это сделали по просьбе или там по желанию наших предпринимателей Forever. Но я объясню логику. В принципе, все, кто участвует в бизнесе, является предпринимателем Forever, дистрибьютором компании, то есть какое-то минимальное количество закупочных. То есть мы в первую очередь предоставляем право нашим предпринимателям Forever дистрибьютора. То есть это работа не с потребителями. С потребителями уже работают дистрибьюторы. Поэтому вот когда мы говорили, просили как бы дать разрешение в Украине продавать за минимальное количество и уменьшили эту программу, то у меня Айден как-то говорил, ты будь осторожен, потому что если ты это сделаешь, как ты потом вернешься, тебе надо обязательно вернуться. И все равно это принцип внутренней компании Forever,
Поэтому вот мы, с одной стороны, там низкая покупательная способность людей, с другой стороны, есть внутренние правила компании Forever. И мы постоянно думаем, что же правильно, что нет. Мы говорим с лидером, будем обсуждать это, и большинством голосов лидеры на сегодняшний день приняли решение, что мы должны вернуться вот к той старой минимальной закупке. Поэтому пока мы не планируем это делать. Валерия, Алексей, подскажите, а можно ли снова... А, все, на это я ответил. Когда будет крем автозагар? Я не готов сказать. Да, Валерия, какое-то время она была 300 гривен, да, сейчас она вернулась. Когда будет крем автозагар? Я себе помечу. Миша, информация сейчас не уточним, да, автозагар. Я себе пометил, не готов сейчас сказать. Ахиноцея снята окончательно. Ну, по информации, которая вот сейчас Миша говорит, я слышал, что эхиноцея снята окончательно. Ну, вот так. Можно узнать цену на шейкер? Да, насколько я помню, шейкер стоит 105 гривен. 105 гривен. Это цена... Цена просто, она не меняется. Да. Предполагаете ли получить тканевые маски? Хороший вопрос. Не знаю. Вы имеете в виду фореверовские? Да, он был. Миш, надо пометить, обязательно мы ответим. Там его маски. Лена, спасибо. Наташа, вам тоже спасибо за вебинар. Тогда всего доброго. До встречи в субботу на Дне успеха. Всем хороших выходных и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо за внимание.